Ну что, первый стол, как вы? Готовы, да? Игорь и Роман Ярославский. Сейчас они у нас размялись прекрасно. Одно можно было заснимать их разминку, но я не успел на подачах. Роман. 1-0. 0-2. Ноль три. Четыре ноль. Четыре один. Два четыре. Это наш, это ваш. Султан с Игорем поделили мячики, они перепутали, перепутали, поделились, поменялись, отлично. Вот так вот. 2-4. 3-4. Смотрите сюда. 4-4, тем не менее. Ну, Игорь оказался крепким орешком. Четыре пять. Попадай. Сетка 4-5. 5-5. 5-6. Блин, я в центре играл на 115. Там они играли, блин, все под 30, понимаешь, все они. 7-5. 8-5. 5-9. 6-9. 10-6. Первый сет выигрывает Роман. Меняемся сторонами. Заодно смотрите, какой у нас роскошный парк сейчас. Это здесь ткемали закончилось. Здесь китайки полным-полно. А там боярышник какой-то. Такой прям огромный-огромный-огромный. Второй сет 0-1-0-0. 1-0. 1-1. 2-1. 1-3. Попытка контрольного в голову. 1-3. Сетка. 1-3. 1-4. Блестящая игра. О, Михаил Николаевич, здрасте, здрасте. Спасибо. Ох! Даже из кадра он выскочил. Вы не увидите это расход. Нет, нет, остался в кадре. 5-1. 4 в стиле Романа, но, конечно, сил не хватает на такой топ. 6-1. 1-7. Третий стол, выходите, играйте. 1-7. 2-7. Там играют ребята.
8-2. Ну, поздно. Садись, сейчас сядь напротив. 8-2. Левую руку на застол. 8-3. Свечка мимо падает. 3-9. 4-9. 9-5. 9-6. 6-10. Матч-пойнт. 7-10. Заход был хороший, но срывается. 20. Блестящая игра. Сумасшедшая скорость, которую Игорь добавил к Роману, удвоила интерес к нашей игре. 2-0 выигрывает Роман. Спасибо.